Привет всем из Китая! В эфире Виктор Арестов. На этой неделе мы провели тестирование нашего мотора DA90S. Тестирование проводилось на заводском стенде. Точнее сказать, проводилось юстирование двух контроллеров и сравнение, какой контроллер лучше подойдет для нашего мотора. 6000 оборотов. Максимальная скорость теоретически возможная 114 км в час. Для сравнения мы взяли контроллер Curtis 1236E 350 ампер из батареи 72 вольта. Многие не верят, что Curtis, записывая логи, дает правильные показания. Но можете убедиться сами на логи, которые мы сняли во время тестирования на стенде. И вскоре мы будем готовы протестировать наши первые моторы для электромобилей.